Не пойму, кто это. Вроде чевок. А вроде бот. Палиться неохота, если это бот. Будет так странно. Эх, были бы следы на снегу. А, ну это бот, походу, ко мне идет, потому что... А, нет. Все-таки это не бот, блядь. Нет, это... Опанькина! Нету, пацаны, нахуй. Это два чувака было, оказывается. А почему снайпер не по нему стрелял? Решил по мне выстрелить. О, это мне гранатка летит сверху. Перезаряжение торопись. Медленно, аккуратненько. Что-то трассера я хотя не особо беру. Могло быть и лучше, конечно, для 54. Будет видос по серьезным играм. Ну, монтировать надо. Монтировать и заливать на бусте. Если будут, то только на бусте, я вот так скажу. Прыгнул, что ли? Комнату зашел. Он живой? Мне кажется, я первым же в каску ему попал, нет? Патрон такой же, как у меня. А, нет, у него хороший патрон. У него БТшки летить.
Так, что там у тебя с пластиной? Пластиночки плохо. Блин, а стоит ли? Четвертый класс. Не защищает ни хрена, кроме грудной клетки. По-моему, сейчас вот эти разгрузки полный шлак. Если учитывать новую броню. Ой, внутри еще есть. Запаркурь, пожалуйста, блять. Ох, ё-моё, как же он долго все делает-то. Где он там спрятался? Блять. Я думал, он на третьем этаже, но оказывается на втором стоит. Геймплей, да. Встать в комнатке и стоять. Ну, ожидаемо. Пойдем на баржу тогда сбегаем. Где же вы были раньше-то, боты? Давай еще один бахнем. Может, удастся встретить кого-нибудь на респе.
Ёпта. Я думаю, еще могут быть на том, на дальнем респе лады. Это пиранья так бахает? Неплохо. Себе. Что за предтоповые сборки на М-ку уже? Александр, спокойно. Скрылись. Там канавка, что ли, какая-то. Что, он один оставался, что ли? Кстати, может быть, поэтому он и прятался, что он один оставался. Надо посмотреть, сколько мне зарегало в квесте. Только не умирайте там, пожалуйста. Странный чувак. Кажется, все, да? Ну вот и все.
пока добежишь на этом берегу, пока найдешь кого-то, блять, угадаешь, куда он пойдет. Ёптать, какая духота. Все, значит, каратель завершен. Сейчас поглядим, что нам еще надо. Нам бы меченку на таможке открыть и меченку в лесу пометить.